Почти 30 лет на Люберецком машиностроительном предприятии производят профессиональное оборудование для столовых и кухонь. Продукцию завода поставляют на автозаправочные станции, кафе, рестораны и школьные столовые по всей стране. Производство посетил куратор ЦУР Люберец, министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков и глава городского округа Владимир Ружицкий. Знакомство с лидером в отрасли производства оборудования для кухонь и столовых Роман Терюшков начал с выставочного зала. Здесь представлены образцы выпускаемой продукции, начиная с 1991 года. Начиналась вообще наша история. Начиналась история с роликом гриля, который вот завоевал такую популярность дикую, что как раз именно эта продукция послужила началом развития вот этого своего нашего направления. Потому что когда у нас мозг общепит тогда еще, в 91-м году не сразу сказали, мы берем у вас сразу 300 штук. А мы их еще не умели производить, мы только сделали один опытный образец. Сейчас завод производит более 10 тысяч изделий в месяц. От роликовых грилей и блинниц до линии раздачи питания и профессиональных пароконвектоматов. А также автомобильные рециркуляторы, стерилизаторы для ножей и гаджетов. Их выпуск на предприятии наладили в прошлом году. Отрадно то, что это оборудование производится здесь, в городском округе. Действительно, здесь закрытый производственный контур, здесь используются самые передовые принципы в управлении производством. И постоянно производство модернизируется, выпускают все новые и новые линейки. И сейчас, когда коронавирусная инфекция подступила и к нам, в Российскую Федерацию, и обучатели стали делать... В ходе визита Роман Терюшков вручил сотрудникам предприятия благодарности за пропаганду здорового образа жизни, а также пригласил коллектив присоединиться к создаваемой в Подмосковье корпоративной лиге и еще активнее заниматься спортом. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.